Сообщение о пожаре на улице Фурманова поступило в МЧС вечером во вторник в 19:54. Оказалось, что горит нежилой кирпичный дом. По предположениям очевидцев, пожар могли устроить частые гости этого здания. В этом доме, который сгорел, никто не жил. Но собирались бомжи, вполне возможно, из-за них этот пожар и произошел. Пока нет достоверно точной информации, объясняющей причины пожара. В свою очередь, на место возгорания выезжали 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 5 пожарных автомобилей. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки, поэтому кроме старой разрушенной постройки вокруг него ничего не пострадало. Кирпичный нежилой дом, двухэтажный, размером 20 на 40 метров. Кровля металлическая. Огнем уничтожена кровля, повреждено здание по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».